Привет, ребята! Вы не представляете, что со мной скоро произойдет. Пока что я вам не буду рассказывать, и вы увидите в этом влоге. Кстати, почему у меня не было, вы тоже поймете. Я вам попозже все расскажу. Так что оставайтесь на моем канале и не переключайтесь. Сейчас я в машине крашу ногти в таком, знаете, нон-стопе. Вот, Макс в садике, мы с мужем по делам, он пошел постригаться, я ногти пока крашу. Я такой, удачный лак купила в Ашане, Диваш. Он матовый и сохнет моментально, быстро. Поэтому я его выбрала, для меня это очень важно, чтобы это было быстро. И, конечно же, подпиливаю ноготочки. Сегодня я в таком, ну, виде, я накрасилась обязательно. Приеду домой, потом пищу ногти, то есть ручки помажу кремом. Мы летим в Москву. Сейчас едем в аэропорту. Тут такая вот зона. И к нам сейчас подойдет начальник аэропорта и пропустит нас в первую очередь. Я так волнуюсь. Вообще. Билеты на руках. Вот. Мы уже сидим в самолете. Но я еще ничего не сказала. Зачем мы летим в Москву, поэтому это тайна. У нас тут у каждого плед. Ну, не знаю, наверное, кто летал аэрофлотом, знает. Вот, мы тут решили купить себе водочку. Это шутка. Вот. Тут еще свободное место, я надеюсь, что никто не придет, и мы туда пересядем. Нам принесли ужин. Тут баранина, кусочек хлеба ржаного, соус, булочка, масло, батончик и салатик. У мужа то же самое, только курица. У меня баранина. Для баранины сразу. Сейчас еще возьмем чай, кофе и сок. Вот баранина с макарошками. Tell me how you feel the same. Cause I don't even know your name. I know I want to. I saw you there across the room. Doing things beautiful too. And finally my eyes met you. And you came over. And I've never ever felt a feeling like this. And I'm steady shaking like I'm Elvis. And I never ever thought the night could end this way. And I know it must sound crazy. There's just something I should say. So I said, hey, ain't no use in us waiting on.
on the right time. We can make our own time, we can make our own minds up. Pick a road and we'll just roll into the sunrise. Find another reason why we don't gotta go on right now. I don't need another drink, I got you. Bet it all on us, we can't lose. I know the sun will be up soon. But I don't wanna go, no, I don't wanna go right now. I don't wanna go, no, I don't wanna go right now. So we rode, rode, rode all night. Talking, talking about things we like. And everything, it felt so right. Then you looked at me. So maybe, maybe, maybe all a dream. But can we try to stay and see? Cause I don't think I'm ready to leave. And you leaned over. And I never have felt feeling like this. And I Мы сейчас на ужине, сказали Цезарь. Нет. Тоже все люди. Вот, вот наше второе блюдо. Тут еще хлеб вот так. Мы зашли в номер, тут две вот кровати. И тут дверь входная. Тут шкаф. Зеркало. Покажи туалет. Иван. Фена нету. Ну что, ребят, я закончу на этом сегодня влог. И завтра вы узнаете всю правду, зачем я приехала в Москву. Все, будем отдыхать. Время у нас, правда, по московскому 9 часов. Но мы так устали, что, наверное, ухрюкаемся сейчас. Ворнулись как-то час. Ладно, всем-всем пока, до завтра.